Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, рада вас приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая, я не таролог, дорогие. Я практик, парапсихолог. Второй это мой магический инструмент. Посмотрим сейчас с вами, как он там без вас накануне, что он делал, его настроение и прочее. Расклад. Вообще сам сеанс, это не один расклад, да? Множество, просто мы привыкли так говорить, что расклад подразумевает в себе то, что вы можете смотреть на человека, с которым у вас сейчас нет отношений, он вам просто нравится, и вы хотите выяснить, что там у него и как. Интересуетесь, да? Не забывайте, что это общий просмотр, больше развлекательный контент сейчас у нас в общем формате. Индивидуально можете обратиться на экстрасенсорный просмотр. Я смотрю по фотографии в каналах яснознания, ясновидения. Кто не знает, кто впервые на моем канале или кто невнимательно слушает, потом спрашивает, а как к вам обратиться? Я рассказываю в каждом своем видео, как. Ну, не подробно, информация под видео, там вы узнаете, как. И нужно читать, прежде чем писать заявки, дорогие. Внимательно. Ну что, приступаем. Можете поставить лайк данному видео, да, чтобы поддержать мой канал. И в условиях немонетизации это ваша благодарность и большая поддержка и мотивация на наши новые встречи, дорогие. Тем моим обожаемым подписчикам, девочки, которые всегда поддерживаете, сразу обнимашки. И пусть у вас будет только все взаимно и ваши энергоканалы в любой сфере только раскрываются, только усиливаются, радуя вас и ваших близких. Ну, вот такая преамбула, мы с вами сонастроились, да? Те, кто еще подпишутся, вам большой респект. И сейчас мы начнем с вами вот так. Давайте просто посмотрим сразу, какая энергия. Здесь человек, который любит быть на коне образно и не только образно, в переносном смысле, но и в конкретном смысле, в конкретике. Он любит даже иногда почитание, он любит справедливость, красоту, любит быть во главе. И обязательно здесь должна быть хорошая репутация у человека. Это как один из основных постулатов, то, что им вообще движет по жизни. Уважение. А сам ты людей уважаешь? Здесь тайна о двух концах, как говорится. Эту тему он старается вуалировать, избегать. Здесь он знает сам какие-то секреты, как общаться с людьми. Кто чего стоит. Он может быть хорошим, верным другом, правдорубом, но не так, когда щепки летят, да, когда лес рубят, щепки летят, а тогда, когда аккуратно человек может показать и рассказать тем, с кем он общается, кто человек, что из себя представляет, какие-то нюансы и подробности. То есть здесь еще хорошая интуиция и умение в нужное время, в нужном месте сделать и сказать что-то настолько правильно, аккуратно и точечно, что здесь просто какая-то интересная, неординарная личность перед нами сейчас возникает. И еще. Вот здесь нет такого, чтобы с места в карьер. Не делает резких выпадов. Если нужно, он постоит на месте. То есть не резкий человек. Не сразу раз и все. Бац-бац и... Немножко медлительный даже, но он смотрит, как и что, он правильно пытается поступить. И здесь уже были какие-то у него ситуации, когда приходилось отстаивать свою правоту, свое дело, может быть, даже своих близких и родных. И поэтому он такой парень наготове, да? Надо, не надо, но, в общем, не нужно сбрасывать со счетов, что этот человек... В общем-то, здесь не полезет за словом в карман, он очень аккуратен и осторожен.
умеет защищать тех, кто ему близок, и свои интересы в том числе. Еще этот человек везунчик, и нам его показывают сейчас мечевым. Интеллектуальный, харизматичный, самостоятельный, уверенный в себе. Ну, мы видим, тут у него жезликов много. Человек страстный, а с другой стороны, он, вот эта вот медлительность, да, некая страсть и медлительность, казалось бы, ну как? А вот и показывает, что у него здесь сейчас мечевой во главу угла встал, да, вот такой архетип. Это означает, что мужчина не дает своим хотелкам, своим страстям, не дает повод бездумно проявиться, он не делает бездумно. Он обязательно составит план, посидит, подумает. В его голове должен сконструироваться некий образ, макет, что и как, где что будет, когда сюда привезли шлакоблоки, сюда посыпали там песочек, здесь окна и так далее. Вот когда что будет, это как этап строительства дома, да, когда котлован, да, у него вот так все должно быть по порядочку. В любом деле, это просто для примера вам. Везунчик, человек-везунчик, когда нужно, у него появляются финансы дополнительные или вот по тому, как ему надо. Вот он хоп, и все, и как-то несложно. И не только финансы. Опять же, в разных сферах ему может очень даже фартить. В общем, человек фартовый. Так его еще здесь нам показывают. Давайте сейчас мы с вами заглянем, что у него вообще в интересах, что он там накануне поделывал, может быть, с кем-то общался, с кем-то дружбу водил, может, дома спал. Посмотрим. Неважно, когда вы будете смотреть, в любое время эта информация будет для вас актуальна даже через много-много-много лет. Так, ну что, смотрите, что касается хобби, каких-то дел, вот он на данный момент и, допустим, вчера, конкретно накануне, может быть, дня 2-3, вот так вот, он не строит больших, серьезных, прям таких каких-то планов на будущее. Почему? Так, что-то с эмоциями. Ух ты, он борется эмоционально с некими искушениями, поэтому он не может дальше идти. У него какая-то есть, ну, вы сами видите картинку и знаете, что это за аркан, некая потребность себе разобраться, потому что он должен действовать как-то правильно, логично, просчитанно. А здесь его дергают за усы и за хвост. Идет проверка нижним астралом, искушение, зависимости, созависимости, различного рода зависимости вообще, хоть от женщины, хоть от неких напитков. Или, может быть, хочется во все тяжкие пойти, слишком правильный, и хочется ему какая-то нестабильность, дисбаланс. Вот кто-то его растабилизирует. Ему хочется большого движения, быстрого движения, он должен же думать. Но очевидно, чтобы сделать, он страстный человек, но он обязательно продумает. Вот сейчас что-то случилось, что ему нужно резко куда-то в дорогу какие-то планы реализовывать. Но его на это подбивает нижнее, что-то не очень хорошее. Может быть, здесь ему какие-то предложения идут, но они могут быть сопряжены с тем, что потом человек может даже пожалеть. Эмоционально нестабилен, не может трезвое и серьезное решение принять. Да, посмотрите, здесь разбитое сердце. Может быть, это касается даже в какой-то мере любви и отношений. Ох, посмотрите, сразу мечевые вышли арканы. Здесь не по справедливости как-то поступить. Здесь он может дело наделать. Знаете что? Тут показывают все-таки некую любовную драму, либо драму с людьми. Здесь как кармическая отработка долгов идет. То есть тут нет у него какой-то договоренности с кем-то. Не может он наладить мир и в душе, и, может быть, даже юридические вопросы не решаются. Может быть, он что-то через юристов пытался, как-то через
Ну, прям документально как-то, да, через людей, знающих в этой сфере. Что-то идет не так, как он хотел. Есть разрушительные энергии, и присутствует человек или люди, с которыми нет договоренности, и каждый остается при своем мнении. А аркан правосудия нам говорит о том, что нужно добиться некой дипломатии, некого разрешения спора, ситуации мирным путем, уметь договориться. А аркан вышел перевернутый, здесь нет договоренности и по пятерке мечей, мы знаем, что это не договориться. Это нет побежденных и нет победителей. Здесь мнимый победитель, тот, кто якобы победил, он, ну, здесь ранит себя, также он мог людей словом, каким-то поступком обидеть очень сильно, но и не испытывает от этого радости никакой. Угу. Посмотрите, еще перевернутая десятка. Здесь вполне он очень много тратится либо на суды, либо раздел имущества, может быть, платеж, выплата алиментов. Что-то такое, то, что подрывает его стабильность. И он считает, что это несправедливо. Посмотрите, тут еще тем более разрушения идут. И десятка жезлов, и ему тяжело дается вот этот опыт, эта ситуация и разруливание. Ну, то есть у него какие-то то ли тяжбы здесь идут, но, опять же, аркан тяжести может сказать о том, что он подустал, и нужно ему уже доделать, а он вот это довести до ума, он уже такой, повторюсь, подуставший. Да, здесь еще посмотрите, это очень-очень может быть похоже на развод, на раздел имущества, и вообще тогда, когда все идет не по плану, как-то жестко приходится жестить и не соблюдать некие правила. Может быть, духовные, может быть, какие-то разочарования идут, или нет человека, к которому можно было бы обратиться за помощью, за правильной, за духовной помощью. Хочется какого-то высшего вершения, да, чтобы было принято не только среди специалистов, но что-то полезное, и как-то, чтобы они там видно, что разруливает кто-то его ситуацию, помогает ему. Но нет помощи, может быть, он не верит, что есть еще высшие силы, что можно просить их. Возможно, у него здесь какой-то произошел разрыв между... Как не верить в ангела-хранителя, понимаете? А он есть. Опять же, никто не заставляет верить. Но ты хоть иногда прибегай к помощи, обратись к помощи высших сил. Ну, здесь об этом речь. Речь, где он дает слабину. Значит, 15-й аркан. У него он попытается бороться, да, со страстями и так далее, с негативной частью себя. И тут же мы видим иерофанта в перевернутом виде. Возможно, человек просто в больших сомнениях, и ему просто не хватает, или в больших вот в серьезных собственных трансформациях. Причем он борется с негативом сам. И нет просто плеча надежного в руки или человека, которому можно сказать, с которым можно поделиться по душам. Так, ну что? Далее, 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 далее. Давайте спросим про вас. В общем-то, он вам может нравиться, да? Может быть, у вас еще нет отношений с тем человеком, я повторюсь. Может быть, есть, конечно. Напишите, что у вас там с ним. Но мы посмотрим, как он относится к вам, какой он вас видит, да? Давайте заглянем. Какой он видит вас? Вот как раз-таки вы здесь, посмотрите, возможно, из-за вас даже, или он вас видит, или из-за вас, вот, может быть, вы спрашиваете на человека, с которым вы разводите, девочки, кто-то смотрит на нового знакомого своего, но он еще пока что не понимает, вы для чего, для того, чтобы привести его в норму, в порядок, да, вот навести именно какой-то баланс и очень с ним, ну, знаете, как для гармонии, для порядка, для какого-то, но он пока это не чувствует. Возможно, вы и есть для того, чтобы привести его в норму. Вот сразу хоп, вы просто появляетесь,
или вы общаетесь, неважно, но человек может чувствовать себя более гармоничным, не понимая даже, что и почему. Ну, потому что у вас здесь Фемида, правда, вы еще повернуты к нему не напрямую. Ну, вы, может, и не решаете его вопросы какие-то. Может быть, здесь просто какой он вас видит? Ну, достаточно закрытый. И вот он, знаете, до ощущения, что он ищет именно кармическую женщину или кармическое общение. Может быть, у вас просто дружба или взаимопомощь. Может быть, вы, кстати, и есть все-таки тот человек, который помогает. Но вы закрыты. Все равно на данный момент он вас видит закрытой. И он сам закрывается, но он... Вот, смотрите, что на другой стороне. Он вас видит, как бы, да, видел, но пока он не видит что-то на данный момент времени, он решает свои задачи, вы для него все-таки еще закрытый типаж, закрытая тема, но открыть возможности, лучше вас узнать, она есть, она в перспективе. И это прекрасный момент, может быть, между вами. В ближайшее время или нет, давайте посмотрим. А вот здесь император вышел. Ух ты, мечевая семерка. Здесь человек точно научен негативным опытом. И, возможно, сейчас он преодолевает как раз-таки какие-то тяжбы и прочее. Я повторюсь. Он будет думать, он будет сам решать, что и как ему с вами, когда и прочее. Тут как бы нет по скорости, да, вот скорости вообще не видно. Он должен все здесь продумать в отношении вас. И он будет думать, не попасть ли ему в ловушку. И вы его не подведете, не обманете ли. Вот. Ну и слишком долго ждать он тоже не будет. Ну-ка, что-то еще по поводу той девушки, той женщины, которая спрашивает о тебе. Думаешь? Первая. Вторая мысль. И третья мысль. Слушайте, девочки, либо он вас видит замужней женщиной, если, может быть, так оно и есть. Может быть, вы свободны, или вы ищете партнера себе, даже если у вас отношения, но они вас не устраивают. В общем, вы потенциальная женщина, ресурсная. Он вас не видит еще плотно, ваши вот эти кармические, да, респекты для него. Но как женщину яркую, сочную, плодородную, как матушка земля, да, женщину с хорошим ресурсом женским, я повторюсь, который может создать мужчине определенный настрой и дать мотивацию, зарядить его. Он же тут у нас император себя заявляет, да, ему нужна вот такая женщина, равная ему. Но есть мысли о каких-то ограничениях пока. Может быть, здесь нужно просто прийти и помочь, вот эти путы развязать, да? Может быть. Может быть, он себя так и видит в роли вашего заступника, вашего в чем-то, даже спасителя. Хотя мы видим, что ему самому, вот он привык быть на коне. Но в данный момент времени что-то еще решать, какие-то вопросы, которые его, ну, ставят какие-то рамки самого. Там идет трансформация, там идет большое развитие какое-то, куда чего приведет, мы не знаем. Мы видим только вот верхушку айсберга, да? И как вы, может быть, как раз в отношении вас он будет вашим помощником. И здесь посмотрите, что он видит-то хорошие перспективы. Он либо для себя видит, что у него там период жизни один свой заканчивается, просто с разрывом всего, с большими обрушениями, вот может быть, вот в той башне, да, когда все более-менее было стабильно, а теперь это может быть и смена работы, и вот выход в другие отношения, да, совершенно другая жизнь начинается, и также смена жительства, смена места жительства, может быть, переезды разного рода, да, но что-то такое, что заставляет изменить образ жизни. Но ничто у него не уберет, это как раз-таки быть на виду, быть успешным, быть уважаемым. Это как данность, как константа. И, а может быть, он видит с вами второй шанс, девочки, если смотрите жены на бывших мужей, либо вы проживали длительное время, он думает о том, чтобы с вами воссоединиться, если вы долго знаете этого человека. Если недолго, он тоже видит вас, потенциал, потенциальную женщину, прекрасную мать и хозяйку, или женщину к той, которой приходят и приносят ей дары, ей поклоняются, такой женщине, да? Это не друг, женщина-друг, это женщина-возлюбленная, и
Опять же, это не любовница, это все-таки женщина для серьезных, вот такое слово, все-таки серьезные, несерьезные, тем не менее, для серьезных, для плотных отношений. То есть здесь не туда-сюда, здесь хоп, все, пришел моя. Так, и еще небольшой штришок к его мыслям. Ну, вот его вот эта везучесть. Он надеется, что как-то к вам здесь подрулить, да, что ему свезет и хорошие перспективы, и вместе побежите куда-то в безопасное место на доверие друг другу. Вот здесь он начнет доверять, он здесь начнет раскрываться с вами. Это его мысли также, вот его везучесть, он счастлив, что он с вами знаком, что вы рядом с ним можете быть, что он видит перспективы ваших отношений, развития видит. Сейчас посмотрим, что там у него на сердце. Если у вас платоническое, да, если у вас уже там есть отношения, есть интим, посмотрим. Это разные вещи, девочки, это разные совершенно состояния. Давайте на сердце посмотрим, если у вас пока просто переписка там и так далее, да, не было физического контакта. Повторюсь, это важно. Бывает, кстати, когда физический контакт совершается, человек не обязательно остается, да, может даже чаще всего и сбежать. Мы не знаем вашу ситуацию конкретно, но мы сейчас смотрим не на нижние чакры, а на сердечную. И немножко сделаем вот разделение, да, было или не было, что тут у вас. Итак, первое, если у вас просто вы еще процессе. Так, на сердце. Вот опять эта тяжесть у него. Страсть есть, но она такая двойная. Он еще в сомнениях, он еще сердечно здесь не определился, девочки, к вам не определился. Но, это очень важно, ему хорошо с вами. Он считает, что вы как раз-таки разделяете его интересы, и вы вполне могли бы составить его частичку его мира, хорошую, добротную, то есть как данность, опять же, не просто так. То есть вы его как-то умиротворяете. Вот там, где он живет, где он работает, как бы ему ни было хорошо либо плохо, этот человек вас воспринимает как часть своего мира. Если у вас уже есть контакт, что у него к вам на сердце, девочки? Во-первых, это страсть. Все-таки здесь больше было первоначально желание вас. Посмотрите, он закрывается и закрывается жестко. Про сердце, про любовь он тоже не говорит, если что-то было. Сейчас такой момент, когда он что-то тщательно скрывает в своей жизни или о себе, или вообще он не хочет делиться, он хочет, чтобы его даже оставили в покое. Как вы не пытаетесь всеми и правдами, и неправдами, он все равно закрыт. Он вам сейчас правды не скажет. То есть нам вот про сердечную свою привязанность на данный момент он молчит. И ему классно, ему нравится, когда вы раскрыты. Вот он такой бедный, несчастный, да, а вы раскрываетесь перед ним больше. И здесь идет игра. Девочки, ну у него страстное к вам желание. Пока не видим, что он серьезно прям взял и определился. Что бы между вами там ни было. Может быть, вы муж и жена были, потом расстались, и хоп, у него опять к вам. Второе чувство, да, вторые шансы, может быть, по-разному. Или же здесь вообще, знаете, может быть, он начинал как «хочу», пришел, увидел, победил. Ну, пикап, чистый пикап, да. Пришел, увидел, затянуло, понравилось, но душевно не раскрывается, по сердцу молчит. И туда-сюда, вот ему это кайфово, эта игра, и он будет вас туда-сюда цеплять. Что из этого выйдет? Примерно хотя бы. Вот смотрите, опять он не делает сейчас прогнозы на будущее долговременное. У нас уже было это о нем, он себе верен. Ни от чего не отказывается, как бы, ничего не обещает, но и ничего не отказывает, да, как бы, ну, там, а там посмотрим, да, сейчас есть как есть, а там дальше будет видно. Вот как-то так. Его действия, его поступки будут ли к вам? Если будут, то какие? Будут ли действия и поступки к вам? Двойной аркан. Посмотрите, причем он не светлый, он темный.
он пытается, может быть, избегать острые углы, и вы прям чувствуете, что он молчит, что-то не говорит, пытается вот так вот хорошим быть, а мягко стелить, да жестко спать. Что еще? То есть здесь вот непонятно, да? Ну, вот опять же он говорит, что ему нужно за что-то постоять, побороться, навести порядок в его мыслях. Ну, вы знаете, он во всяком случае с надеждой. Здесь вопрос такой времени все-таки и медлительность. Вот продвижение дальше пока на данном этапе действия не какие-то длительные, не какие-то тягучие. Давайте сейчас еще на колоде нашей замечательной. Давайте спросим, есть ли у вас шансы с этим мужчиной? Хорошие, перспективные. Вам нужно трансформироваться, девочки, как-то с прошлым проработать что-то, да? Убрать вот здесь и сейчас, это здесь уже должен быть новый этап и новое вы. Если вы несете ваши старые установки в новые отношения, то тут очень сложно. Во всяком случае, вы можете быть стабильны и приумножать его капитал. Ух ты! Ну, вы, в принципе, его видите разным. И даже иногда злитесь на него. Думаете, что он самовлюбленный эгоист, любит общество женщин прекрасных и вообще любит компании и прочее. То есть вы здесь в нем что-то такое видите, то, что либо не совсем его, либо он таким вообще не является. Может быть, хотели бы его видеть более мягким, что ли, таким эмоциональным. Но получается, может быть, именно с вами, девочки, иногда он капризный. Иногда истеричный даже. Может быть и так. Но вообще-то он не такой. Все такие, а он не такой. Что он может, по сути, не то что сделать для вас, давайте так сформулируем. Может ли он вас осчастливить? Вот он мечевой опять. Он может об этом подумать. Справиться нужно со своими демонами. И, девчата, вот прекратите. Сначала у него опять мечи вышли. Здесь логик. И человек немножко холодноватый. И он все-таки избирательный. Даже если он любит общаться, как вы его считаете. Но по факту он, да, он общается, но он с головой как-то это делает. И вот то, что накануне было, у него сейчас еще момент. Ему надо своими ветряными мельницами сначала побороться, понимаете как? Но вот здесь тоже, здесь у него либо есть отношения еще с кем-то, либо он к вас вот так жаждет, как женщину, которая примет его любым, разным. И на коне, и, как говорится, со щитом, и на щите. Опять же, здесь тяжело. Да что ж такое, как-то вот ему на данный момент времени, вот накануне и здесь и сейчас, ну, конечно, еще в ближайшее время. Здесь будет, смотрите, вот здесь протекает какой-то... Он то ли вот переходит, принимать начинает ситуацию с вами. Что же делать дальше? Здесь нужно движение. Но движение у него куда-то с двойным сердцем. Если у человека был действительно разрыв, развод, претерпел изменение вообще его статус любой, на работе, по службе, вот в личных отношениях, да, ему сложно, он еще там тоже закрывается, защищается, ему тяжело тащить, может быть, даже надо еще там разобраться, а тут с вами непонятно. Тем не менее, здесь с двойным, с тяжелым сердцем этот человек будет продвигаться. Перспективы с вами он не закрыл, он и не ставит больших каких-то, не делает больших планов, не делает большие ставки на будущее. Тем не менее, вот здесь и сейчас, и в ближайшее время, конечно, вы присутствуете в его поле. И во всяком случае, если вам как-то еще что-то сделать, а чтобы сделать, он мог бы развивать эти отношения. Но обязательно ему надо, чтобы у него там устаканилось. Девочки, а здесь колесо судьбы. Что вам сделать? Ох! Это только индивидуальный прием. Тут колесо судьбы перевернутое здесь очень. Здесь нужно смотреть по фотографии, либо на ваш фантом, но здесь разбираться надо. Тет-а-тет. Не для общего просмотра информации, а для общего здесь вообще закрывается все.
Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Вы для себя открыли еще что-то. У вас могли быть личные ваши выходы, инсайты. То есть те вопросы, которые вы не могли на них ответить себе, не знали. Сейчас услышали данную информацию, и у вас то, что было у вас на подсознании, на подкорке, может быть, сейчас оно как раз-таки и выйдет, да, и вам будет легче. Вы поймете что-то для себя о себе, о нем, о вас. Дорогие, спасибо вам за вашу поддержку. Это ваши пальчики вверх, ваши комментарии замечательные, то, что вы делитесь моими видео в соцсетях с вашими друзьями, это большая мотивация и поддержка. Мотивация для наших новых встреч. Дорогие, взаимности вам и до новых встреч. Пока-пока.